Уважаемые соотечественники, у нас в Симферополе находится единственная национальная библиотека имени Гаспринского. Сейчас в библиотеке идет акция о сборе книг о нашем народе на русском и крымско-татарском языках. К вам просьба, если кто-то имеет дома у себя книги о нашем народе, об истории, о депортации и так далее, вы можете принять участие в этой акции и принести, сдать эти книги в наш библиотечный фонд. И мы будем очень рады вам, если вы примете активное участие в этой акции.